Ну вот, сейчас СПД по одному. Можно я сама себе возьму, чтобы в очереди не стоять? Возьми. Феникс, шею будешь делать, Феникс? Кого? Шею на руку, шею. А, не, нахуй мне впадут в пизду, нахуй. Долгород я еще сделаю, а шею нахуй. Блять, у меня так-то она уже Дель на X4 на трех чарах, блять. Это четвертый был бы. Ебал его рот этот кель нахуй. Погодь, а там жетоны можно менять на знаки Кельдана скорой? Было раньше. Жетоны за пределы на знаки прикладные. Я не знаю, может, можно, может. По-моему, можно. Там. А, пак ДК. Нет, жетоны все свои по... потратил на эти, на Т4. Только сегодня все четыре куска взял. ДПС у твоего уроки уже приятный. Да, блять, вот эта ротация с ванишем, сука, на некоторых боссах, сука, сразу выбивает, нахуй, подгорает жопа. А из-за того, что, блять, не обновляешь амбуш, нахуй, скидывается этот гибельный яд, блядь. Волохняк, короче, получается. Плюс надо постоянно в спине, блядь, быть. Ну, на том же магике, там босс немножко не так стоял, блядь. В спину подошел, мне откинуло, блядь, два раза, блядь, не дамаж. Ну, откидывание. То ли он дернулся, то ли что, хуй его знает, короче. Какая-то хуйня была на майке. Давай, серчина был маф. Пятая пати, когда черви выйдут, в печеньки станете. Четвертая пати, ромбик. Третья пати, звезда. А так, рыбу. Рыбу тыкнул, хавать. Что еще раз? Да, все, забей. Это я про рыбу говорю. Да мне похуй на этот плащ, он там типа не так дохуя дает. Плюс вы можете заруинить еще, но я не удивлюсь. Эрзо. Меня что-то вылечило, минуту перезайду быстро. Давайте речь, пожалуйста. Из АФК. Я он еще одну сегодня сундучок открыл, думал, блядь, спрыгну нахуй увидеть. А в итоге увидел, блядь, хуету вот эту, да. О, какая знакомая тринка. Чё, 2 кп каждую минуту, ебать. Да, каждый мне это хита дохуя. У меня слишком много шмоток, которые с хитом, типа, на самом деле идут. Собираются. Нахуя ты запустил? Ладно, он зашел. На исходной стоим, становимся, в луже никто не дохнет, там выходим сразу. Дохнул, равно минус, блядь. Я кислотную подержу. Я уже говорил, Саусан, где кто стоит. Не-не-не, ты огненную, я кислотную. У меня этот вот огненный доспех может улететь дебаф. Пять, четыре, три, два, один.
та плейбой, я такую хуйню не мог. Сноубольдов убили быстрее. Все по сноубольдам собирали, речи убили их. На жуткую не бьем. По кислотной влились. Не, стань в метку. По меткам своим стали. Еще раз повторяю, пятая пати печенька на четвертой пати. Что там, звезда, по-моему, и третья пати ром. В ром кинул. Будет разморозить. Иди размораживай ром. Быстрее. Сейчас уезжу. Быстрее иди размораживай. А, звезда, точнее, наоборот, нахуй. Звезду разморозь. РТД раньше набрали, хилам центра ставим. Разбежались раньше, набрали быстрее, миники ушли. Все, идем, бьем дальше. Центр его ставит напротив щитарды. Милики въебало. РДД метров 7-8 он босс. Разбежались. От куньки отбежались. Прямо в щит орды бежит, если что. Ушли. Блять, плейбой нахуй. Кто там еще, сука, блять? Куда вас нахуй вообще брать, блять? Куда ты нахуй бежишь, блять? Говорю, прямо в щит орды нахуй, ты вправо-влево стрейфишься, блять. Твой этот бежали, прямо в столб бежит, около щита, который. Плейбой, ты, блядь, вообще нахуй не видишь, блядь, нихуя или что она. Так нахуй ты в рейд идешь, блядь, если у тебя пинг нахуй. Или ты, блядь, решил нахуй руинить нахуй на каждом боссе, блядь, все. Я, кстати, хуй его знает, почему он тебя сейчас не задел, это, блядь, повезло нахуй. На девлогнете все нормально будет. Так, нужен срочный нерв шпшка, блять.
От лута отказывайтесь. Ну, сферы, трофеи можете не есть, как обычно. Да, блядь, Холича надо нерфить нахуй. Он меня передамажил сегодня на магике немножко. А чё там, шипы что-то подкрутили или чё? Нет, у шипы оставили всё как было, а у остальных подкрутили чё. В минус. Да, еще север, мне кажется, подкрутит и Дестрик. Сними, пожалуйста, эту метку. А? А, да, вот. Мозор в глаз. Третий. Ты его не активировал? Потому что там вар еще не зашел, нах. Может поэтому? Сори. А, за уклонки Пригу спиздить, нах. Чтоб он не воевал. Я тебя убью, блядь. Шучу. А сокрушение эта хуйня называется, да? Шипа? Нет, чардж у этого, у Лёва сокрушение. Нет. А как? Он кастует могущественный топот, блядь. Или как он там называется? Могучее сокрушение, это откидывание, блядь. А когда он вырезается, там не показывает, там только просто удар проходит. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю... Что ты, плейбой, не лагаешь? Ну, зайди через альтернативу, не через VPN. Я на альтернативе сижу нормально. Ворота осичнули, все били быстро. Не води босса, блядь, Алён нахуй, сейчас как ебанет молния, блядь, умрет весь рейд нахуй. А, я сегодня на циркле поиграл, извиняюсь, извиняюсь. Баб свичнули, а уе дали попам речь. Быстрее бабу добили быстрее. Чё, тут второго голема даю не зыбку, чё всё? Полка, ну все играем, да. Мана, гони из баунд. Хулипал, массакр.
Блять. Глемов добейте быстрее. Кто там так лужу разлил, блять? Следите. Дерни его назад чуть-чуть. Какой-то еблан лужу разлил, блять. Не успел посмотреть, кто он. Чат пишет. Еще не до конца привык к этому Ванишу, блядь. Бабу этого, блядь, в портал не надо свечи сбить, босс. Шмот отказываемся, как обычно, остальные стены. Это вот, сверните ДПС. Вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы... Это шли все по 4. Блять, маленький Тиарамс уже даже трахает. Ну чё ты такой лох? Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь. Они пытались нас отвергнуть. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Что? Вот это вот что? Он как раз бегал. Хуета. Классный танцевал. Хуета. Смотри, хуета. Я видела Робу ЭБшку с таким же трансмогом. Красиво смотрел. Так у него еще рога продолженные, блин. Да в задницу в трансмоге, блять, ФПС пропал за него. Так, короче, север, фиряешь до тоталового звезду. Не низ, блять, как у тебя правильно, не, короче, сова, низ Лаокс или Лакс, не знаю, как правильно. Циклонишь звезду после серов и этот рид скидываешь хекс по звезде. Дальше Малинраш фиряешь печеньку, Беба шипаешь печеньку. Дальше Батя фиряешь полумесяц, сосед тоже шипаешь потом. Эдик КТ каток по КД разливаешь. Все остальные там похуй. Распределить. Иди на левую сторону, там где крест метка. Туда хулипалы и танк. Хулипалы сразу не просиливайте. Ждите, пока подойдут нормально. Остальные останьте все сюда, почти рады. Он печенье. Как может там повесить на хулипалы или кого-то? Ондра. А не, суета, грипнешь, ромба, ромпиру будем играть. У кого реслинуть, поставь ауру на броню. Туда в крестку-то и забирайте этот трэш. Все, короче, на полумафию поехали. По рамбу первым играем, еще раз повторяю. Все, запускай. Жми ЭМА на броню, реслин. Запускай, ну. Отводи сразу. Ну отводить ты, блядь, не стой, ёбаный рот. Блядь, уже на палов побежала, сука. Ну тормозы, блядь. И станы дают так, когда лучку их не спать. Нажми эйсбаунд, блядь, и иди, ёбаный в рот. Спула, все, что тебе нужно сделать, нахуй. И все будет хорошо, блядь. Из-за этого, сука, блядь, все по жопе пошло, нахуй. Выходите, блядь, играйте все по магу, блядь. Геру дали, нахуй. Сука, блядь, безжалостная, нахуй. Ты пиздец, я тебе отвечаю, нахуй.
дали стан в айсбаунде, нихуя не знаю, я нажал скула. Какой нахуй стан в айсбаунде, блядь? Контроллер сдайте. Блядь, там рога вышел. Этот, Валентайн, дашь под этот, по пороге циклон плюс этот, как его, блядь, плюс корни. Ханта, контрол, звезду, блядь. Почему, блядь, ни хикса, ни хуя нету? Валентайн, дай, этот, серый, дай БР, пожалуйста, по Низлаксу. Арислин сразу боб по нему. И этот, Низлакс, дашь БР по мне. Быстрее. Этот, Шанг, дай сокру. Дизайн, играйте, блядь, потом по печеньке, после того, как убьете. Дай на роге дизайн. Печеньку играйте. Я сейчас убью. Ну все в рейде, похуй, похуй. Сильная мопа, не так. Дайте атмосфер. Каз, бейте. Полумесяц контрол. Полумесяц контрол. Те, кто печеньку контролили, полумесяц выполняйте. Батя, фиряй паладина. Так, по звезде играйте. Нахуй вы со циклоном, блядь. Сейчас я, короче, чуев дам, потом киднем продлю. Нихуя не давайте контролы по звезде. Синрицу, дай дизарм по звезде. Котов, котов, Крис. Котов, пожалуйста, котов, возьми. Спасибо. ВП херу, дай сокру. Мулинрашу прохил. Мулинрашу, боб, дайте. Быстрее. Я зубы дала, не надо. Окей. Низлакса прохил. Сову каплю дайте по нему, паладину. По полумесяцу играйте. Батя, боб. Нормально. Фриду на типа бать или боб что-нибудь. Угу. Север, твой паладин, Мулинраш, твой прист и батя твой шаман. Уроги играем сейчас. Капитал, у вас мастер аур на блине не было, так, если что, с пула, они поэтому сорвались. Я вот посмотрел. Ты долго отводил, блядь, понимаешь? Из-за этого тебя начали, вас начали хилить хилы, блядь, и на хилов побежала вся эта хуйня, потому что я не мог выйти раньше. Потому что я не мог выйти раньше, блядь, забрать их на себя. Ну, точнее, на рейд, нахуй. Если бы я это сделал, блядь, они бы побежали все, нахуй. Хуёво пуляешь. Ну, я под замену он бежал, что я могу сделать? Там, блядь, кидаешь лужу, нахуй, и они сами к тебе бегут, нахуй, в самом начале, блядь. И подбегают сразу к стене, блядь. А ты как-то по-китайскому пуляешь. Они умеют танчить, очень плохо, я вон холики всю жизнь бил, не знаю. Тротуары танчили, понял? Шамана бить. По на дырку ликунка они сложнее убиваются, чем тут намного. Бьют сильнее, и миликов там сливают первыми некастеров. Сливают рогу, сливают хэнта, сливают бека, сливают репы. Мне интересно, как это на циркуле сливают первыми миликами, блять, если тут маг нахуй на открытии, блять, до нерфа, даже после нерфа первого, хуя, по звезде играть, хуярил нахуй просто ваншотом. А на мага, и на мага, и на этого, и на, как его, сука, на лока, локу закрывают каст адского пламени разбойники. Ты... И все дека... Ты понимаешь, что у мага есть мгновенный спелл, который ваншотал нахуй на открытии? Ну тут он может не ебашить на цикле, понял? Типа, ну, ну косты закрывают лок, садятся миликов и бьют косты, и играют через миликов. Там, блядь, я типа в хэме нахуй маг просто ломал ебало мгновенным костом и убивал минус одного сразу.
Не, на церкви такой хуйни нет. Играйте по звезде, на. Это ЦВК сколько уже? Два или три раза нерфанули, блядь? Милики, там рога типа прыгает, брейд, там ваншот. Вар быша крутит, не даешь дизарм, там сразу минус 4, понял? Вот, ну, типа, моментально. Вот два прикрута нахуй, минус 4, блядь. Тут бавар так не бьет. Я помню, блядь, когда на церкви ходил, блядь, в ВВК, это самый простой инст был, нахуй. Ты когда там? Что целкаешь, что ЕВК, нахуй. Начинили. Сомневаюсь, что там... Там начинили бетлян. Начинили. Там, блядь, на церкви, нахуй. ЛК гер плюс РС-ка, блядь, гер, закормалась, я как сейчас помню, за 2 часа 38 минут, нахуй. Ты сейчас так не закроешь. 2 часа 38 минут, нахуй, на ЛК гер и РС-ку. Фастран. Не, ну если адекватными, то да, типа, ну а так, типа, с какой-то средней гильдой. Ну, конечно, адекватными, нахуя там, блядь, сидеть, дрочить, нахуй, ну, типа... Сейчас и заражение бьется. Ну, короче, там начинили нормально. И валькирии пиздуют, их надо на себя таун. Понял? Там начинили нормально. Реально сложно, блядь. Сложно, я посмотрю, как вы на леди будете, ну, леди приходить в КМ. И, блядь. Очень просто будем. Ты охуеешь на Сирусе, сравнишь с Цирклем, насколько здесь леди намного сложнее, чем, блин, на Цирклем. Ну, пати нормально. Я на Циркле бил, понял, в эпохальном режиме, когда там, когда дух взрывается, из него три еще вылетает. Я в такой хуйне убивал. Не сравнивай Циркуль и Сирус. Здесь, когда что-то выходит до нерфа, блядь, это сложнее нигде нету, нахуй. Не, ну может быть, до нерфа, у нас. Закроем со второго, с третьего пула вообще как нахуй. Стимул сразу минус 5к сделать и все сходу. ИП. Ну и резко тут я знаю, насколько зергается. Типа, ну это хуйня такое. Зергание. Нихуя оно не зергается. Зергается оно в Т5 только нахуй. Нет, блять, в Т4 в Т. В темке остается один челик под баблом, и в свет выходят и добивают. Нет, на Сирусе такое никогда не работало. Мне это говорили, только на цвет. Нихуя тут не работало. Наполовину делится все. Ну, были все пару гильдий, которые на втором так делали хуйню, но долбоебы чаще всего были какие-то переапанные. Че? Мне ловить, бить, че? Никита, полови с правой стороны, а ты, да, наверное, серый повали, полови с левой. Торчи на полубав, поехали. Стоимся в метке, я постоянно. Пуляй. Во имя темного повелителя. А, блять! Конченая хуйня. Просто два раза подряд с маниш выбил в пизду. Светлую сущность взяли, все по ромбу поехали, темные сферы кладутся. А, дайте кунг солю, пожалуйста. А чё так босс как криво стоят? Ну, поставьте в один фреймер, пожалуйста. Блять, ну... Блять, вот сука. Пизду просто нахуй, я ебал нахуй, я сука просто нахуй. Нормально, нормально. Я все стаки гибельного проебал, сейчас за тебя войт, на. Переводим или что? Переводите, на. Дай секру войт, на. Я нажал избав. Да пиздец. Остаемся. Нахуй, пизду, короче. Угу. Похуй, похуй, все равно 14 тысяч я любил.
Конечно, так я ж не новый, я блять, уже просто все стаки кибельного проебал. Три раза уже причем забойну. А что, ты не по КД ванишь нажимаешь? По КД? А как у тебя не проебывается? В душе не ебу. Может из-за парирования или еще чего-то, нахуй, когда там, блядь, танки дергали по низу. Ну, один дедлик это... Один дедлик равно это. Это хуйня. Яд. А вы без команды не умеете брать вот эту хуйню, вы, блядь? Ну, понял, понял. Реально. О, поясок выпал, который нужен. Идеально. Какая прига, забуди, блядь. Пункт, ну ты не заслужил пригу, блядь. Да Конка все равно бы тебя пригу забрал. Да у тебя там тоже твинг, блядь, от Кункана. Он реально как твинг, блядь. Шуманить? Не принялся с ума. Кто мне левитацию бахнул? Каждый день поводил. Что-то они пишут, писали, блядь, про потом амбуша и пустили амбуша расправы, типа, блядь, на мутике. Что-то какая-то хуйня, блядь. Как бил этот амбуш скрита по синка, так и бьет. Синрис, сколько ты амбуш бьет? Или ты его тоже почти не нажимаешь? Я его вообще не нажимаю. Нахуя нужен? Без РПБ он не будет бить. Нахуя? Просто макрос на автоатаку делаешь и все. На ваниш. И спамишь ваниш. Пока. Да это понятно. Ну почему куришь там, а пахнет здесь, блядь? Феникс, да, ты что, сосед новый мой? Ты мой новый нахуй сосед, что ли? Почему я чувствую сигареты? Я не знаю. А чё, Войт, АФК или Цубумо не пришел? Чё случилось? Покинь его, пожалуйста, в отдельную пати. Сейчас. Сейчас он придет, он еще курит. Вы Вайдай суманули? Да. Какой ЗПК я на балконе на поселении?
Если бы пока курил, мне бы прилетело пиздюлено нахуй от Насти. Пум-пум-пум. А, блять, я без фласки, нахуй. Я понял, блять. Нахуй фласка, действительно, блять. Да, ничего не поменяло. Да так, блять, пошел ты, нахуй. Да, нам сейчас Т-400 починить нормально, адекватно будет. Рыбу хавать. Рыбу Так, ладно, я понапуливаю, короче, с левой стороны. В эту лужу, которая в печеньке будет, в нее никто не забегает, там не заходит, там будут копать. Эдик тут. Север, дай по мне, если сразу. Микрофон выключен, просто что ты хотел? Север, дай СС сразу по мне, этот батя, дай СС по шот атаке, нахуй, четвертая патиха. С правой стороны копать или напуливать на войне будешь? Из креста справа ты имеешь в виду, да? Да, там где крест. На второй фазе крест не трогаешь, он контролиться будет. Тебе только одного нужно будет дальнего контролить. А до второй фазы напуливаешь их двоих на войне, понял? Из печеньки, из креста, да? Ну, типа, с двух сторон. Ну, блядь, вот, смотри, нахуй, выходит с креста и печеньки, блядь. Ты напуливаешь на первой фазе, блядь, из креста и печеньки. Когда начинается вторая фаза, то бишь 35% у него будет, то ты напуливаешь только с печеньки. С креста не дан. Он будет контролить. Okay. Напуливаешь. Как скажешь, начальник. Да. Синерец пускай босса убьют, я с левой стороны ты напуливаю. Мубер. На, стерчи на плыма. Войда не проебите, хули пал, чем чистить вешать. Таймер не забудь. Плейбой, что тебе, блять, опять не хватает? Блять, СС кому здесь же, блядь, по-другому называется? Надо кидать на ханта? СС уже поесили. Нет, уже СС поесили, пока не надо. Я тебе скажу, если надо мой. Что еще там, раз еще на два раза будет, РЛ? Угу. По бопам, первый боб будет давать шанг. Второй Войд. Третий на второй закупке МВП Хира. Четвертый Реслин. Отсчет даю на исходной стали. Босс будет, если что, вон там вот. Пул. Блять, нахуй ты ханта из пятой платы убрал, или, блядь, второй? Я убрал, чтоб хилы, блять, хуйня не проебались. А ты потаунтишь этого ближнего, окей. Эрл, когда мы в китанка будем как люди бить? Так можем, можем, блять. Надо было предложить, могли бы их трепать, мне похуй. Копатели 5 секунд. Бля, не залился еще уже, блядь, 60-65, ну на 6. Копатели на пол. Стан. Эдик, блядь. Забери одного. Ударил кто-то в ауе, он сейчас за мной идет. Забери его с меня. Ваня, 5 секунд. Ясно, ну. Ударил, не ударил, похуй, он под напулом доходит. Отбежали в центр. В центр стоим, ждем пока. А, блять, этот... Холич, позбивай сферки, пожалуйста. МВП Хира, чё ты там АФК стоишь, нахуй? По Малинрушу баб дашь. Ну нахуя вы две сбили? Ой, блять, овощи. Мне сказали сбить сверху, я сбил.
Скоробеев сюда подведите, блядь. Че вы там стаки ловите, блядь? Что вы делаете, уёбки? Я вам сейчас, сука, блядь, поминусую, блядь, по половине ЕП, нахуй. Хера, походу, вылетел. Эрза, че ты там бегаешь, блядь? Где копатели, блядь, убиваются? Там и скоробеи должны быть. Боб будет? Ой, блядь, в лужу зайдите сразу. Пари диги-боб. Ой, быстрее, пари диги-боб. Дай, сука, ублюдки вы нахуй тупорылые, блядь. Что вы нахуй делаете, блядь? Заходи еще одну лужу, которая дальняя, там, без бопа, нахуй. Сука, вы, блядины, ебаны, нахуй вы, я ебал вас вообще в ВВК, хуй больше возьму, нахуй. Буду брать только тех людей, нахуй, в которых я уверен, блядь. Дебилы, сука, конченые, нахуй. Заебали, нахуй, каждый раз какой-то хуеплетень делаете, нахуй. Поналутали жвал, нахуй, блядь, по 7, по 8, нахуй, полрейда, блядь. Дауны, сука, нахуй. Ой, блядь. Сука, блядь, сложно копателям подвести. Блядь, реально вымораживает эта хуйня, нахуй. Тупорылая, блядь. Меня с игры дропнуло. МВП. Стопните по босса, не бейте. Стопните, босса вообще никто не бейте. Петов уберите, все уберите просто с босса. Копателей на пул. Кого убьёт что? Арзу не бей. Тупорылый реально нахуй, блядь. Супер простой босс нахуй, блядь. Почти ничего делать не надо. Все равно какую-то хуйню делают, блядь. На ком сейчас, сука, жвал будет больше нахуй трех, блядь, сразу, сука, косарь сниму нахуй. Охтитесь нахуй. Блядь, у нас МВП Хиро вылетел, Реслин Боб давай. Я ж говорил. Блядь, у нас последняя лужа осталась, еще кто-то сдохнет. Лужу подбивай, которая там уже. В скоробе мы играете все. Реслин выбежал. У тебя есть 50% нажать? Нажми 50% и зубы дай по Реслин. Прохиль тебя, Реслин, хулипал. Не заходи сразу, прохил его, прохил. Все, заходи в лужу. Заходи, блинко. Все, сейчас просто бегаем. На ком будет? Плейбой. Плейбой побежал. Да не вреет. Ну куда ты в лужу бежишь, гондон, блядь? Сука, тупорылые, нахуй, реально, блядь, это пиздец просто, нахуй. Не бейте босса. Говорю, сука, в печеньку никто не заходит, там копатели танчатся, он, блядь, бежит, нахуй. Саппорты выпили стаминус, все сняли фулл ДПС по боссу. Под босса стали в один фрейм. Геру дали. Бежалась на избаунд. Блять, зависает пиздец. Холиши, твой первый шакл будет. Можно танк похилить. Танка ДК похилить. Этот, скорее всего, дай гим на ХП. МА на лед нажми. Шанг бабл с экрана. Забери лед, Реслин, нажми лед. Бой да похилься, блядь. Хант, не напуливай его. Не трогаю. Ну да, ну да. Надо гим дать, бо вы сейчас лязете. Гим на хп хулиши дай. Да. Сывы свои жмите, бейте босса. Еще один гим давайте, бо ну плохо все у вас. Даю, короче. Угу. Больше ДПС по вас. Танка, сейчас улетел нахуй. Какие вы полрублевые хилы, это пиздец нахуй. Ну я не могу, блядь, так играть, надо. Забери плейбой. Еще дальше от Войда отведи. Забери, тихо, блядь. Забери ШВ или 50% что-нибудь нахуй. Бейте нуба. Дайте гнев небес там. Глыба. А, не, в пизду нахуй. Пойти 2%.
Нет, это пизда. Прожмись. В зубах. Какие, блядь, Адел, ну делай что-то с этими хилами. Невозможно. Все, в пизду нахуй. Просто в пизду нахуй. Я больше вообще хуй кого нахуй возьму, блядь. Каким-то вагоном или еще чем-то. Идите нахуй просто. Блять, да. В лужу нахуй зайти не могут, блять. Под шипами нахуй стоят, блять. Этих скоробеев по 78 жвал нахуй. Идите нахуй, блять. Я не знаю, кабанов нахуй в дуратаре бейте, блять. Клоуны нахуй. Реально уже эта хуйня ж бесит, блять. Потом не нойте нахуй, что вы в рейд не попадаете нахуй. Реально, блять, просто худшие нахуй. О, мой силовой плащ упал. Угу. Это, пацаны, меч надо вот этот кому-то 50. Не. Получается, он рванцу? Нет. Я знаю, как я и говорил, получается, он рванцу. Соляного затащил, блядь. А ну нельзя так хуёво хилить, пацаны, ну настолько хуёво, блядь, ну нельзя. Они вчетвером хилили. Там 4 хила было, блядь. Я с самого начала вылезал. Ты понимаешь, что ты ушёл на макс рейндж от Войда, и чтоб нам на него доставать, нам нужно было выходить из пачки и стоять где-то посередине. Да, надо было босса поближе, вот здесь вот примерно, где сумма. Нахуй ты отводишь так танка, далеко ты не единственный. Дается. Все, закройте нахуй свои рты, блядь, вы меня сейчас выписали, пиздец нахуй. Я вас, блядь, отвечаю нахуй. Я больше хуй кого возьму нахуй. Я буду брать только тех людей, в которых я уверен. Я ебал в рот, такие ВК нахуй. Я не вижу смысла ходить в этот рейд нахуй. Только за плащом, блядь. И вы, блядь, хуйню вытворяете нахуй. Дауны, сука, нахуй. Будете сидеть на замене нахуй. Тех, кого помечу, нахуй, хуй в целка даже попадут, нахуй. Чтоб я, блядь, не горел, нахуй. Клоуны, блядь. Это. Кирилл, там есть танки на сегодня на Гульмаге? Не знаю. Я просто это сову бы потестил, что-то там вроде нормально, да? Сову убили. Кому надо делать снайп, ладно, сейчас начислю, блядь. Вова, поснимай, пожалуйста, я сейчас покурю. Да, да, да. Потом сменюсь еще. А что там за плащ у вас упал? Мы закрылись. Все, ой, меткость. Нормально. Ну, что хотя бы не обмен? Двух. Вот танк, скинай кому-нибудь. Звезде обмен давайте. Голые печеньки стою. Пишите вы с этим магиком, блядь, дайте мне лут разролить, на. Ну, блядь, это было настолько близко к вайпу, конечно. Угу. Что? Замене брони нужно сейчас? Да. Ковера, у кого этого аддона нету на эмодзи, они же их не видят, они видят просто текст. Ну да, там и так понятно, что за смайлик есть. Так понятно, что это за смайл. Ну да. Щит. Надо кинуть. Скоро. Тень я не найду. Нахуй тебе, блядь, валидольный ВК, ну его нахуй, блядь. Валидольный? Чё-то дважды щелинка натупаюсь. Ну, ладно.
Какая залупа выпадает? Реально один мусор выпал. Ничего вообще интересного. Надо, походу, на группу тебе башить, чтобы разрывал долго не сидеть. А токены вообще надо кому-нибудь эти девятые? Т9-3. Напал возьму. Холич. Тренер, блин, наверное, нахуй. Ужас, блядь. Давай. А у ВП Хиро проходки нету, что ли? Уже да. Да. На самом начале дропнуло. Это плохо. У меня второе, когда подряд такая хуйня. Можешь на форум написать, что дропнуло во время убийства нуба и все. Слушай, да. Скрины какие-то. Да, да, стримишь. Скрины будут требовать. Типа с рекаунтом. На стриме же есть. Да. Скинь ссылку тогда в Дискорде. И там, короче, нужно еще навести курсор на тебя, и чтоб ты типа там... Да, не переживай, у меня стоял прямо, у меня ники в бусочке. Будем брать запах, это Феникс с меткой секрет, который... Сейчас был. Который сейчас выплес ануба. Конус. Бля, если никому не надо, я... А, окей. Серёга, ты пришел? Сейчас чайник, что, 10 секунд. Ну, еще пару сразу сними. Бля, Рел, это там суета на замену плюсует, ему ИП не дают. Настя только что начинала ЕПЛ. Он, значит, АФКшил. Но он не АФКшил, он тут, он говорил, он тут, я тебе могу личку скинуть, он два раза плюсовал, ему хуй пачкали. Все, блядь, начислено, пусть они откроют глаза, я начисляла точечно или нет? У него нет. Все, иди. Ладно, моя вина. Окей. А, там бэбику. Косарь снял, все. Я читаю его, просмотрели. Натрал, у вас же твинк, нахуй. А, реально, точно, он же комбатрок, нахуй. Тем более, блядь, седаиц. Реально, блядь. Спек не захотел менять в комбате, но я совсем забыл, Это за что вы так там делитесь? А, это да. Наруч. Да, хороший, кстати. Ну, для мультика. Без хосты, конечно. Да не вообще кайф, охуенно. Ну, крит меткость, хороший наруч, в принципе. Я бы даже фонтайл взял тебе тоже. Похуй. Я их за две дырки уважаю. Нет, там, считай, с кузнечкой три сакета, ебать, это охуенный наруч. Я забираю за десятку. Блядь, говорил писи минус плейбом. Ты за чё вы там боролись? Не знаю чё.
Долбоёбик сейчас гэма упадут нахуй и, блядь, хуйня будет. Да, ну тогда ладно. Не за это я себе верну нахуй. Кирилл, у тебя форум открыт, виповский или нет? Виповский нет. Ладно, сейчас тогда напишем. Сейчас посмотрим. Важно, кто пишет, если вы пруфы нормально скидываете, там без разницы, кто именно напишет. Ты меч там не ролил, Критхаст? Кого? Меч? Не, еще не ролил. Сейчас, подождите, меч 4 токена стоит. Перел, я лагаю, я руля сегодня не потанчу точно, сегодня, ну, будешь гореть пиздец, так что надо что-то думать. Дай ему ДК своего. Могу, могу. Ты будешь брать меч? Не, ща печеньки разрулишь. Так, 2 токена таких есть и 2 напал. А ты сам куда делся? Я на форум съебался. На майке, да. Сейчас там еще немножко пати пить в тусу. Я напала заберу. Бля, плейбой все ИП проебал, я. Суманите тогда, заберу шмотки. Самое забавное, блядь, этот пояс нахуй уходил, сколько там КД, блядь. Просто на распыл на сейчас он. Ой, этот наруч точнее. Сейчас, блядь, дохуя кому понадобилось. Нахуй сильно. Забираем. Давай, окей, этот Валентайм 20 снимите за 2 токи. Полотенце, я чернокнижник. Войт, будешь брать 2 штуки? Uh-huh, блядь, uh-huh. Кому-то еще может надо. Окей. И меч. Последний. Сразу говорю на будущее, нахуй. Только попробуйте, нахуй.